Всем привет, дорогие друзья! Сейчас у нас рубрика «Тачка за лям». Вот у нас владелец, познакомьтесь. Всем привет, меня зовут Дмитрий, вот моя машина Ford Mondeo. 93-го года, газ-бензин, газ 4-е поколение. Как бы технические характеристики все в порядке. Документация вся в идеале, машина российского учета. Отдаю ее за 700 тысяч тенге. А как вообще данный автомобиль по технической части? Ходовку полностью перебрал, движок, масло, ГРМ все заменил. От замены до замены масла. Вложений не требует? Вложений пока не требует. Сел, завел, уехал. А газ у нас как переключается? Газ четвертое поколение, он сам снизу. Он сам включает и выключает. Угу. Все, вот у нас. Свыше 3000 оборотов он переключает на бензин, потом переключает на газ. Когда заводишь, она до 40 догревает. И включается газ автоматически все. Но можно его принудительно отключить, ехать чисто на бензине. То есть у нас все автоматически, ничего не надо ни с чем заморачиваться. То есть... А печка как греет? Жарит, жара. Печка жарит? Да, печка была промыта и поставлена новая радиатор печки. А какой год? 93-й. 93-й год данного автомобиля. Как бы для в нормальном состоянии. Дно полностью луженное, ни капельки не гнилое. Ну, форды у них у всех дно луженные. Сколько бы вы уступили? Ну, по цене. Скинем. Моя окончательная 700, но если будешь забирать, ну, конечно, скину там на страховочку там. Потому что страховочку свою будешь делать. То есть договоримся, у нас, торг имеется. Да. Это была рубрика «Тачка за лям». С вами Вовчик, честный перекуп. Смотрите на Good Car KZ.